В этом году школа номер 221 отмечает свой 30-летний юбилей. На торжественное мероприятие собралось много гостей. Все те, кто преподает сейчас и работал раньше. Школьники и бывшие ученики этого учреждения, кто сотрудничает и помогает школе, и просто ее друзья. Мне хочется пожелать им всем добра. Ученикам помнить, что школьные годы, они всегда самые светлые, не самые хорошие годы в жизни. Всего во всей жизни. А школе процветание, дальнейшего развития и оставаться одной из самых лучших школ города, какая она и есть на сегодняшний день. В честь праздника учителям вручили награды глава администрации Заречного, главы города, законодательного собрания Пензенской области. Для всех пришедших на праздник был приготовлен концерт. В нем принимали участие ученики школы и городские творческие коллективы. На протяжении всего вечера в адрес педагогов звучали слова благодарности. Позволю себе сказать от имени всех родителей, потому как я являюсь родителем школы 221. Дорогие мои учителя, я пришла к вам в первый класс, а сейчас учусь в пятом. Я благодарна вам за то, что знает и умеет мой сын сейчас. И я уверена, что будущее его в надежных руках. Спасибо вам. С праздником! Одним из подарков школе стал сертификат на 30 тысяч рублей. Ну, чтобы это было реально, я предлагаю весь педагогический коллектив вынести в звездочку. Многие учителя вспоминали, как начинали работать в этом учреждении. У меня всегда были маленькие детки, но при этом они были очень активные, очень эмоциональные. Работа всегда была интересна. Еще интересно было, конечно, с коллективом. Молодой коллектив в новой школе, глаза горят. Мысли вот через край фонтанируют. Столько у нас было разных событий, мероприятий интересных. Многим школа помогла сформировать важные в жизни навыки. Ну, самое главное, наверное, делают то, к чему сейчас, к сожалению, безуспешно призывают, в общем-то, многих и педагогов школьных, и тех, кто вообще работает с детьми, научить учиться. Вот это главная задача, которая перед нами, перед всеми стоит, и ее очень здорово могли реализовать именно вот в 221-й школе. На торжественном концерте выступали и поздравляли с праздником любимую школу не только ее ученики, но и родители школьников. Они активно принимали участие в подготовке номеров и не остались равнодушными к этому празднику.